Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Любая новая бизнес-идея, любой проект или изобретение может найти у носителя этого имени понимание. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Значение буквы «ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Звук «к» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Носителю имени не придется заставлять трудиться. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Без преувеличения можно сказать, что усмирение этой личности и направление ее в нужное русло порой граничит с настоящим героизмом. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность в самовыражении, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Этим людям важно получать стабильность, но при этом чувствовать себя свободными. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.